Добрый день, поважаные сябры и сябровки. Сегодня 27 красавіка. Довольно прохладно, а лишь природа берет свое. И уже начинают и древы выпускать листочки, а вельми много кветок вот на этой алычи. Поглядите, коли ласка, какая она чудовная и красивая. Вот она. Вот такое древо. И на солнце. Не глядячи на то, что у нас полночный ветер сегодня и прогнозуют 11-13 градусов. Але ж это у другой половины дня. Зараз у нас раница. Это древо находится побач с моим домом. Вось поглядите, вось мой дом, який чудовный на им орнамент. Вот такая красота. Вот, глядите. Вот такое древо. Ну, сонейка светит. И погода не зусім и дрянная. Вот. Віншую вас, дорогие сябры, надыходячим святом. Святом 1 мая, а затем нашим головным святом Днем Перамоги. До побачення, до новых встреч радостных. Пока.